Да, дорогуша. Да, но ничего не изменить. Хорошо. Хорошо. Нет, Эйлюль, кого бы я ни спрашивала, нет, нет. Владельцы не готовы перепродать. Как ты понимаешь, мы не сможем сходить на этот концерт. Хорошо, дорогая. Я как раз сейчас рядом с кафе. Скоро увидимся. Аслы, мы можем поговорить? Нет, конечно, нет. Ты разве в это время вчера не попал в аварию на мотоцикле, а? Что это такое? Я об этом и хотел с тобой поговорить. Вчера меня в больницу ты отвезла. Я не знал. Ты спасла мою жизнь. Спасибо огромное. Не стоит благодарностей. Любой бы так поступил на моем месте. Однако то, что вчера ты попал в аварию, а сегодня после больницы ты уже сел на мотоцикл, это как раз-таки по-твоему жест. Поздравляю. Ну а что по поводу концерта? Что? Ты говорил, нет билетов. А у тебя есть лишний билет? Нет, но я могу помочь тебе попасть туда. Да ладно, Озан, не стоит. Я во время регистрации послушала тебя и чуть не потеряла все. Поверь, правда, не стоит. Аслым, я чувствую, что я обязан тебе чем-то. Знаешь, что я больше всего не люблю в этой жизни? Чувство долга по отношению к кому-либо. Позволь мне хотя бы оплатить тебе. Что ты собираешься сделать? За то, что я спасла тебе жизнь, ты купишь мне билеты? Да уж, это хорошая идея. Но поверь мне, правда, не стоит. Ты занимайся своими делами. Ладно. Тогда поступим так. Я врежусь на мотоцикле вот то дерево, ты отвезешь меня в больницу и испорчу тебе вечер. Не понял, чего тут можно не понять? Я брошу мотоцикл, я врежусь в дерево, и пока ты будешь возить меня в больницу, я тебя пытаюсь убедить. Выбор за тобой. Да ладно тебе. Делай что хочешь. Я тебя один раз спасла, и больше не буду никогда спасать. А мне кажется, спасешь. Давай проверим. Знаешь, что я тебе скажу? Это самая ужасная попытка убедить меня просто в мире. Говорю напрямую. Ну стой, стой, ладно. У тебя есть каска для меня тоже? Ну а ты? Я буду наслаждаться поездкой. Потому что ты еще не поняла, что ли? У меня очень крепкая голова. Конечно, поняла. Это как надеть-то?